Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на канал Моника Шпильд. Как вы уже догадались по названию, это обзор мебели для Sims 4, дополнительной мебели и в частности спален. Для Sims 4, если вы долго ждали этого проекта, этого видео, то я вас поздравляю и себя тоже, потому что я давно очень готовилась. Где-то за неделю я все эти комнаты построила. Да, сегодня я проведу вас через 6 замечательных комнат и покажу каждую по отдельности, ребят. Ну, очень давно я не снимала подборки мебели, ребята. Надеюсь, этому видео вы будете рады. Первым делом я хотела бы показать вообще спальни. У меня подготовлено для вас 6 спален от разных авторов. Первый автор у нас Honey Sims. Очень замечательная спальня, состоящая из нескольких предметов, но не из очень большого количества. Сейчас я все покажу в режиме покупки. У этого автора, единственного во всей подборке, нет ключевого слова, по которому вы сразу могли бы найти эти предметы. Но у него есть отличительный знак. Вокруг его иконок, здесь вот вокруг мебели, есть черные окантовки, и вы сможете сразу распознать, что эта мебель принадлежит именно этому автору. Первым делом здесь есть остов кровати 3 разных расцветок, но мне нравится вот этот больше всего. Затем есть несколько матрасов всяких разных расцветок, каких вы хотите. Матрасики я у себя в игре, пожалуй, оставлю, они такие классные вообще. В следующем в списке у нас прикроватный столик. Также в этом наборе у нас есть картины. Есть занавески всякие разные интересные, разных узоров и цветов. Настольные лампы с очень интересным абажуром и интересными узорами на нем. Потолочная лампа с такими же абажурами, тоже интересная. А также, смотрите, есть набор полностью матрасик, подушки и покрывало. Посмотрите, очень красиво. Я сначала его не заметила, потому что у него нет черной окантовки, но я догадалась по названию, да? Смотрите, by Suri написано, здесь тоже by Suris написано. Не знаю, почему by Suris, а там Honey Sims, может быть, это его второй ник, вполне может быть, ребятки. И тут у нас, конечно, тоже большое количество расцветок. Давайте я покажу с помощью нашего дизайнерского инструмента. Очень классно выглядит, смотрите. Ну, с цветочками как-то не очень, здесь как-то тоже под больничным в основном. Но мне нравится вот этот с цветами. И вот этот, конечно, очень нравится. Следующая спальня у нас от автора Шино. Достаточно тяжелая мебель, как я понимаю. Достаточно массивная даже. Автор назвал ее French Quarter, то есть французский уголок. Я так понимаю, это может быть от автора французской мебели, дизайнеров, да? Возможно. И здесь очень легко найти, ребятки, по ключевому слову «шино» мы можем найти всю мебель, которая находится в этом наборе. У некоторых предметов у нас, ребятки, только одна расцветка, поэтому она не меняется и не поддается дизайнерскому инструменту. Есть пара предметов, которые меняют свой цвет. Например, этот прикроватный диванчик меняет цвет в соответствии с покрывалом, с цветом покрывала. Видите, здесь тоже можно менять также. Цвет кровати тоже можно менять, но я особой разницы между ними, честно говоря, не вижу. А так у нас, ребятки, все остальное в одной расцветке получается. Также в этом наборе есть такая интересная металлическая сахарница. Я не знаю, для чего она нужна, либо там какие-то драгоценности, что ли, хранятся, мне не понять. И вазочка с каким-то веником. Очень понравилось в этом наборе, ребят, вот это большое зеркало. Это нежное, романтичное, такая классненькая спальня завоевала мое сердце, ребята. От автора PQ Sims. Просто обалденный шедевр. Вы только посмотрите. Но цветы, правда, у нас конвертация, по-моему, от Leo Sims. Ссылка на скачивание этих цветочков на сайте у автора есть, поэтому вы эти цветочки сразу найдете. Цветы мне тоже очень понравились. Здесь есть такой интересный шкафчик. Видите, все в тон, все в цвет. И, кстати, очень легко найти. У меня эта спальня для подростков, которую я покажу в самом конце, тоже от PQ Sims. Поэтому, когда я ввожу слово PQ, две буковки, то он мне находит, конечно же, все предметы от этого автора. Но если вы скачаете только эту спальню, то вы увидите только предметы из этой спальни. Это очень здорово, очень удобно. Я люблю таких авторов, которые стараются и делают все от души, чтобы легко было найти, конечно же, их предметы. И у нас спаленка, ребятки, в двух всего расцветках получается. В полностью сиреневой и в голубенькой такой. А эта спальня, ребятки, воистину царская. Коли ваш сим царского рода и негоже ему жить в обычных апартаментах, можете дать ему такую комнату.
такую спальню. Она просто шикарна и обалденна. Конвертирована из Sims 2, ребятки. Автором Leo Sims, как мы знаем, он молодец такой. Очень много вещей конвертирует и из Sims 3, и из Sims 2 для Sims 4. Большой молодец. Да, я его уважаю за это очень. Оригинальный автор Mesh и текстур у нас Vita Sims. Я ее не знаю, потому что она, видимо, для Sims 4 ничего не создает. А допы я скачиваю в основном для четверки. И легко очень найти по ключевому слову Viola. Когда вы введете слово Viola, вы сразу найдете все предметы, которые находятся в этом наборе. И они у нас только одной расцветки. Видите, я не могу перекрасить, потому что все у нас только в одной расцветке. Но я думаю, этого тоже достаточно, потому что реально такое сочетание розового с золотым получилось классно. Но вот тут у нас кофейный столик, видимо, для кофе, а тут ножки свои царские положить можно на этот пуфик. Очень классная спальня, ребят, такая обалденная. Если у меня будут симы царского рода где-нибудь в каком-нибудь летсплее, я эту спаленьку себе возьму на заметку. Одна из подростковых комнат, которую я вам хочу показать, от автора Cardafé. Очень классная, тоже мне очень понравилась. Нравятся эти жалюзи. Они состоят из... Ну, это один предмет, состоит из двух, как бы длинный, короткий. Очень интересный вообще наборчик. Здесь это целый сет. То есть вы ставите просто сразу один предмет, и полкомнаты у вас просто-напросто занята. Это очень удобно, ребята. Здесь у нас прям все так организовано, все очень круто. И все предметы у нас трех стилей, как я понимаю. Вот, кстати, под жалюзи подходит. Можно перекрашивать подушечки наши, да, смотрите, красненькое все будет, и здесь будет красненькое, например, жалюзики тоже можно сделать красненькими, тоже можно, смотрите, все в полосочку, так классненько, так, и здесь, видите, сразу весь набор перекрашивается, очень удобно. Стульчик у нас из базовой игры, это в набор не входит, этот стульчик. Ну, компьютер и все остальное тоже из игры. В основном вы то, что видите здесь, это и входит в набор. Ой, ребятки, на создание всей этой композиции, вообще всех шести комнат, у меня ушло часа два, наверное, потому что я все подгоняла, подстраивала, чтобы все красиво было, чтобы можно было показать и с той, и с этой стороны. Вот, а рассказываю раз, два и готово. Но ничего, главное вам показать же, да? От автора PQ Sims, также, который сделал ту комнату красивую, просто очень такую романтичную. Он сделал также для подростка. Вообще у PQ Sims очень много тоже красивой мебели. И мне нравится, что она сочетается с игрой. То есть тут нет каких-то вычурных блестящих частей. То есть мне нравится, что сочетается раскраска с тем, что есть в игре. Это очень здорово, такая матовая, интересная. Мне нравится здесь картина. Давайте посмотрим, как она перекрашивается. Да, в трех расцветках. Значит, у него все. Узорчик меняется, прикольненько. Это у нас встроенный шкаф, ребятки. Это просто плоский такой шкаф. За ним ничего нет. Просто для декора какого-то, для украшения, видимо. Так, здесь у нас, видите, тоже шторки меняются интересные. И двуспальная кровать, на которую вы, наверное, обратили сразу внимание, но я думаю, что она наверху у нас не функциональна, конечно же, это просто декорчик получается. Здесь мне нравится прикроватный столик с колесичком. Очень здорово, интересно выглядит. И, конечно же, вот эта абстрактная картина. Современное искусство. И тут я вижу тоже очень интересные картины. Вау, я не вглядывалась, смотрите, там бабочки на мельницах витринных, а здесь у нас вишенка в яблочке, ничего себе, какие классные картины, я когда ставила, я что-то не обратила внимания, близко так не разглядывала, но вот этот, конечно, это сахарница из первой или из второй спаленки, уже тут у нас шкатулочка с украшениями, я не знаю, с чем-нибудь интересным получается. Так, и тут у нас рабочая зона для специально студента вашего. И тут, ребятки, я поставила вот этот столик, но я не понимаю, для чего он нужен как-то особо, потому что на него можно что-то поставить. То есть он функциональный, на него можно поставить какие-то книжки, что ли, или... Давайте попробуем книжки. Да, вот книжки можно поставить, и они будут тут лежать. И как будто бы Сим, сидя вот на корточках, как японец, может сидеть и заниматься. Ну и настал звездный час моих Симов. Я не зря их сюда взяла. Не просто
показать вам в начале и потом до свидания, а именно показать вам, что эти кровати функциональные. Так, и здесь можно смотреть. Видите, это считается просто декором у нас, ребята. Так, давайте посмотрим дальше, кто у нас царская особа. Давайте пусть у нас Калипсо будет царской особой. Здесь она может спать, сесть и все, что хочет делать. Тут у нас подростковая комната, ребят, мне очень нравится. Можно отправить сюда Сиреночку, посидеть за компом и поиграть, например, в Sims. Да, почему бы и нет. Селина и Посейдон. Посейдончик здесь еще маленький. Не знаю, могут отправиться, может быть... Я не знаю даже, что им делать в этих комнатах, потому что... Давайте сядем сюда. Потому что это какие-то не детские комнаты, а... В основном спальни взрослые и две подростковые получается. Вот, кроватка у нас вполне функциональная, на ней можно спать, на предметах можно сидеть, на декоративные предметы можно любоваться спокойненько. Вот, наши детки спокойно здесь сидят, и ничто им не мешает, ребята. Так, давайте посмотрим, чем у нас там Биг Мама занимается. Может, ей тоже какая-нибудь комната понравилась, подростковая. Нет, давайте мы ее отправим в эту комнату и дадим ей действие сесть на кроватку. И такая сладкая, такая по ней соскучилась. Прямо все. Идет такая уставшая, медленно. Так, вот, очень классно, прям она обжила прям эту комнату, облюбовала, наверное, ей здесь очень все нравится. Цветы мне, кстати, нравятся, эти конвертированные. Очень здорово выглядят, я их у себя в игре точно оставлю, потому что я цветы обожаю в доме, это такая красота. Вот, но до обзора я не могла их использовать у себя в игре, потому что, ну, чтобы, когда вы спросите, где я скачала, чтобы я могла вам ссылочку на видео дать, и вы там увидели и сразу скачали. Вот, так будет, наверное, намного легче, да, Биг Мама? А я буду говорить вам всем спасибо большое за просмотр, за ваше внимание. Надеюсь, вам эти спаленки понравились. И постараюсь не задерживать следующий обзор мебели, потому что совмещать его с обзором допов муторно, там очень много получается потом в итоге видео, очень долгое. А вот так быстренько комнаты показать и готово, как вы думаете? Я думаю, что так намного лучше. Да, Биг Мама тоже так думает, смотрите, улыбается. Да, пожелаю вам всего доброго, ребятки, и тогда до следующих встреч. Пока!